Всем большой привет! И сегодня мы с вами вместе вскроем коробочку от компании Oriflame. Это посылочка за 16-й каталог, и мы с вами ее вместе сейчас откроем. Заказик у меня небольшой. Ну, посмотрим, что там вместе с вами. Итак. Сразу покажу вам вот эти коробочки. Это кружки. Эти кружки продавались в разделе благотворительных акций. Я их брала уже. Они мне очень понравились. И вот решила докупить до комплекта. Посмотрите, как все хорошо упаковано. Сейчас мы с вами откроем. Вот такая милая кружечка, посмотрите, очень веселенькая, сделана из керамики, не тонкая, в общем, очень приятная, милая, и мы решили вот такие докупить. Значит, таких у меня 3 штуки в заказе, сейчас я их вытащу, посмотрим, что дальше. Так, что же у нас еще? Есть у нас тут 2 мужских дезодоранта. По-моему, они шли по какой-то акции. Купи 2 по спеццене. Ну, в общем, выбрали вот такие. Так, что же это у нас такое? Так, это у нас должна быть тональная основа. Да, тональная основа. Антивозрастная. Это тональная основа Giordani Gold. Тоже, наверное, была хорошая цена. Вот она у меня в заказике. Цвет у меня оттенок фарфоровый. Должен быть фарфоровый. Да, вот написано, пожалуйста. 320-47. Такая тональная основа. Туалетная водичка. Кстати, это недавняя новинка в Oriflame. Эта водичка пришла мне как замена оплаты заказа, вот, но для меня это абсолютная новинка. Будем пробовать. Напишу в Инстаграм о ней. Кстати, вот такой вот у меня еще лежит такой товар. Это подушечки для задников обуви. Грядут у нас туфли, праздники. И это очень актуальный товар. Вот такую открыточку положила Oriflame. Смотрите, вот все можно подписать. Очень миленькая, красивая открыточка. Так, что у нас еще? Это какая-то у нас... А, это акция активности. Размещай заказы на 50 баллов и более в каталожных периодах и получи возможность приобрести набор продуктов. Вот такой набор продуктов. Поизучаем, посмотрим. В коробочке лежит также у меня прайс-лист. Еще одна акция. Компания по приглашению. Стильное решение. Тоже очень интересные такие товары стильные. Тоже все обязательно будем смотреть. Каталог очень красивый, красочный. Много акций. Выбирай, что хочешь. Карандашики, кстати, вот эти очень хорошие. Смотрите, 2 лимитированных оттенка. Это вот этот бронзовый, да, и пыль, звездная пыль. Очень интересно. Карандаши эти очень люблю. Так, смотрим, что же у нас в коробочке. А в коробочке у нас остался только чек. Все, наша коробочка пустая. Спасибо вам за просмотр. Мы с вами вместе все открыли, посмотрели. Подписывайтесь на мой канал и буду снова ждать вас в гости. Всем пока-пока!